Капалабхати, дыхательное упражнение из йоги, еще его называют дыханием огня. Оно выполняется за счет движений мышцами живота. Для этого мы подтягиваем мышцы живота во время выдоха и расслабляем их во время вдоха. Делаем так несколько сокращений, активно акцентируя внимание на выдохе. Итак, начнем вдох. Чандра Намаскар. Мы встаем ровно, стопы вместе, делаем вдох и соединяем руки перед грудью в намасте. Затем со вдохом разводим руки в стороны, перемещаем на поясницу, соединяем локти, чуть вытягиваемся вверх, делаем небольшой грудной прогиб. Выдох, расслабленный наклон вниз. И мы делаем отшаг назад левой ногой.